Совет ветеранов – одна из самых сплоченных и активных организаций нашего региона. Ровно 40 лет она объединяет людей активной гражданской позиции, крепких и волевых, неравнодушных к истории и судьбе поколений, всех, кто внес значительный вклад в развитие области. Юбилей – это не просто праздник, но и хороший повод оценить сделанное и подумать о предстоящей деятельности. С каждым годом ветеранское движение укрепляет свои позиции. Основной задачей была, есть и будет забота о ветеранах и пожилых людях. Их социальной активности, благополучии, защите прав и интересов. Сегодня мы собрались, чтобы провести торжественный пленум 40 лет нашей ветеранской организации. Ветераны – золотой фонд нашей области, ведь именно они, невзирая на возраст, не перестают принимать активное участие в жизни региона. На сегодня насчитывается 758 первичных ветеранских организаций. Это те люди, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны, нашей области, которые непосредственно участвовали именно в становлении нашей республики. На пленуме присутствовали председатель Совета ветеранов, ветераны труда, активисты ветеранского движения, представители первичных ветеранских организаций и приглашенные гости. Обращаясь к виновникам торжества, Изада Курманова отметила: «Всем благам, всем, что имеем сегодня, мы обязаны вам, ветеранам». При вашем непосредственном участии предложено множество инициатив, которые способствуют нашей плодотворной системной работе во всех сферах жизнедеятельности региона. Можно перечислить ряд крупных проектов, инициаторами и участниками которых являются Советы ветеранов. Это восстановление сакральных исторических мест в регионе, которые реализованы при непосредственном участии и кураторстве ветеранов. Каждая встреча школьников и молодежи с вами – это бесценные уроки нравственности и мужества. Вы в эпицентре всех политических преобразований, которые инициированы президентом Республики Казахстан. Ветеранское движение – это социально активный процесс, отстаивающий прошлое, утверждающий настоящее, стремящийся в будущее. Евгения Мягченко, Юрий Белевский, Ертыс-Акпарат.